ваше внимание на такую энергию пластиковую под металл от компании QLQ из Китая, города Гуанчжоу. Она очень красивая. Мы видим, что у нее есть сверкающая пленка, которая покрыта лаком. Лак наносится на поверхность для того, чтобы было более празднично, более красиво. К тому же, если сравнивать молнию без лака и с лаком, то молния без лака, она очень быстро изнашивается и стирается. К тому же, что касаемо стирки, то молнию пластиковую под металл можно стирать при температуре 60 градусов, 90 минут, а молнию, которую лак не нанесен был, можно стирать всего лишь час при температуре 30 градусов. Также, что я хотела бы сказать, что на тестирующем устройстве, на машине, 300 раз, мы можем увидеть, что 300 раз, это средняя износостойкость от этой молнии. Также у нас есть разные цвета. Это золотой цвет, это цвет черный никель, это цвет никелевый. Также есть разные формы зубчиков у молнии. Это, например, мы видим, что стандартные молнии. Это молния в виде кукурузинок. Это молния типа Y. Также хотела бы еще показать вам, что у нас есть много цветов данных молний. Например, вот такая никелевая, красная, синяя, золотая. Очень много цветов. И на самом деле хочу также отметить, что пластиковая молния под металл, она намного дешевле, чем металлическая молния, которая тоже представлена. И к тому же металлическая тяжелее. И что касаемо использования, то чаще всего пластиковая молния под металл используется при производстве детской одежды, курток, жакетов и при производстве детской обуви. К тому же яркие цвета, дети очень любят все яркое. И к тому же это будет намного более практично, чем металлическая молния. Поэтому я рекомендую вам покупать пластиковую молнию под металл от компании QLQ. Спасибо.